Действительно, некоторых школьников сегодня даже сняли с занятий, и все ради того, чтобы они больше узнали об армейской жизни. Сегодня на дне призывника по Октябрьскому району собрались десятки человек. Это не только те, кто пойдут служить уже этой осенью, но и те, кому встать в строй только предстоит. Собравшиеся, среди которых представители военкомата, ветераны Великой Отечественной и те, кто воевал в горячих точках, рассказали о службе. Сейчас в армии стало намного проще, намного лучше. Почему, скажу. Когда кто помнит, чтобы в обед, после обеда разрешали отдыхать, да? Не было такого. Сейчас разрешают отдыхать. Почему я знаю? Многие выпускники, которые прошли через это меня, они приходят и говорят, да, мы днем отдыхали. Ну, мое личное мнение, настоящий мужчина – это тогда, когда прошел армию. Тогда он достойно, с открытой душой и, наверное, с открытыми глазами идет устраиваться на любую работу, продолжать учебу. Всего из нашей области служить в этот призыв отправятся 1000 человек. Кстати, с этой осени в ряды армейцев берут и молодежь с плоскостопием, сколиозом и другими нарушениями здоровья. Все ради того, чтобы восполнить дефицит солдат из-за демографического кризиса начала 90-х. Ну а сегодня на дне призывника, помимо напутствий о тех, кто прошел армию и войны, для призывников устроили концерт и подарили им небольшие сувениры. Без таких формальностей, ну никак не обойтись. Павел?